Всем привет! Сегодня решили выбраться в баню. В Мазославинска на Кубани. Почитали отзывы очень хорошие. Вот, очень хочется попариться. Тут комната отдыха, но нам она не нужна. Туалет. Банька. Хорошо, тут жарко. Душевая. Бассейн. Вода очень теплая. Что там, хорошо? Да. Вот, будем отдыхать. Не то, зависть. Пап, не... Будешь прыгать? Ну как, нравится вам здесь? Да. Тём, ты куда полез-то? Как вам банька? Банька отличная, правда сухая. Веника не хватает, да? Веника не хватает. И пара не хватает. Да. И у нашего дедули все равно лучше баня. Но кожа уже скрипит. Кожа скрипит, но русская баня на дрова – это лучшая баня. Да. А это сама. Да. Ну все, давайте, парьтесь. Все делайте русские. Вот и накупались мы. Поедем домой теперь счастливые и довольные. Ой, как хорошо. Сразу другое настроение. Ага. Как здесь красиво. Спасибо большое. Спасибо. Очень понравилось. Единственное, только веника не хватало. Ну, и чтобы поддавать можно было. А так хорошо. Все, спасибо. Спасибо. Веники, то что привозите свои? А так можно, да, париться? Ну, в теплом бассейне не очень. Так холодно. Ну, привозите. Ладно, хорошо, спасибо. Все, пошли. Спасибо. Открывай. Все, спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания.
Спасибо вас тоже. А, в чём? Ой, ну 8 марта. Ой, как хорошо. Мам.